наличие у вас признаков алкогольного опьянения, а именно запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы. Не, сидите, пожалуйста. Неустойчивость позы и нарушение речи. В связи с этим вы отстраняетесь от управления транспортным средством. Протокол отстранения будете подписывать? Не будете. Уважаемые понятые, от подписи отказался. Машину мою только вздумай взять. Что, мне угрожать что? А? Вы хотите убрать машину? Вы мне угрожаете? Так нет. А нет, конечно. Только машина другому человеку. Проходите, свидетельство о состоянии алкогольного опьянения будете? Не будете? У вас есть время подумать? Я сейчас забью ваши данные, свои данные, данные транспортного средства. Нет. Данные транспортного средства. За это время можете подумать еще раз. Так вы будете автоматически лишены права управления. На вас будет составлен материал по статье 12.26 «Отказ от прохождения» и свидетельство на состояние алкогольного опьянения. Ясно? Думайте, время есть. Проходите. Сказал, нет. Проходить по свидетельству на состояние опьянения будете? Нет. Отказываетесь? Нет.